Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаются с вами информации. Сегодня у меня на обзоре новый майнер. Называется Official Tron. Значит, стартовал он вот только что. 27.04. Вот пошла только информация. У меня поделились со мной сайтом, что он только стартовал. Ну и регистрация, как всегда, наипростейшая. Прописываем мобильный телефон или цифры, похожие на телефон. Пароль, повтор пароль у меня прошел одинаковый. Прописываем капчу, нажимаем зарегистрироваться и входим по телефону и паролю. Значит, далее что, друзья? Нам здесь дается бонус 50 монет. 3x. Это не вычислительная мощность. Если я нажму на вкладочку вот 50 монет, вывод, то я, как бы у меня будет, видим, я не пополняла сюда вообще ничего. Я только зарегистрировалась и вот делюсь с вами. У меня на вывод с этого, вот с этих монет, 2,50. Но чтобы их разблокировать вывод, нужно пополнить минимум 10 монет. Вот. Так что это на вывод. Значит, я сразу пополнюсь. Трансфер to Basic. Минимум 10 монет. Пока монеты идут, прогуляемся по самому майнеру. Значит, я копирую адрес Dovetron Link. Вы же можете пополнять откуда хотите, если вас заинтересует. Так, send. Вставляю адрес. И вставляю сумму. 11 монет я закину. Send. Обязательно проверяю. Вот 11 монет моих я пополнилась. Кстати, вот я с аналогичного... Так, где я потеряла? Вот. У меня еще есть аналогичный такой. Вот я 6.94 вывела. До сих пор работает. А этот пока только время покажет, как он себя будет вести. И вот на эту вкладочку обязательно кликаю о том, что я пополнилась. И вот сразу, как видим, зачислились монеты. Здесь еще помимо депозита дают бонус, друзья. 100% на депозит. Я пополнилась на 11 монет. Плюс еще 11 монет. 50 монет у меня было. Я на 11 пополнилась. Значит, у меня должно было быть 61 монета. Так выходит. У меня 72.20. В общем, еще плюс на депозит, что я пополнилась, мне дали бонус. Не забываем о том, что это высокодоходные инвестиции. И всегда есть риски. Я рискую своими монетами, а вы же думаете сами, как говорится, дело хозяйское. Ну что, монеты мои поступили. Давайте пройдемся по кабинету, значит. Ом, вот это вот депозит. Вывод. Реферальная ссылочка. Моя команда. Выход. Вот здесь глобальный партнеру. По трейдингу здесь 8%, но нам с депозита платят всего лишь 5%, не 8,5%. Значит, здесь инвестиционные планы. Это совсем другой вид заработка. Хотите, пожалуйста. Я же работаю всегда на майнере. Здесь другие проценты и другие суммы пополнения. Значит, также внизу вот здесь вкладочка «Реферальная ссылочка». Копируем и приглашаем партнеров. Ну, возвращаемся в мой кабинет. Также здесь команда.
Так, профит лист. Здесь будут отображаться транзакции. Так, трансфер то базик можно с одного аккаунта переводить на другой аккаунт. Также вкладочка реферальная ссылочка новости, белая бумага, ну и выход. Так, депозит я вам показала. Кликаю на вывод. И у меня на вывод 3.60. Также есть майнинг аккаунт, финансовый аккаунт. Также можно вводить без ограничений. Майнинг аккаунт я кликаю 3.60. 3.6. Вот здесь просто ставлю точку. Иду в кошелек. И копирую адрес. Вставляю пароль, кликаем вывод. Окей. И теперь нужно дождаться вывода. Обновляю страничку. Сейчас посмотрим. Подожду вывод и после продолжу. Ну вот, прошло секунд 30-40. Монеты мои поступили на кошелек. Вот плюс 3.60 монеты в кошельке. Ну и ежедневно я буду снимать такую вот прибыль. Ну, в принципе, на этом все. Не забываем о рисках. Это все-таки интернет. Есть, кстати, русский язык можно поставить. Ну и буду зарабатывать. Всем удачи, всем пока!